Всем доброго времени суток, мы продолжаем проходить Watch Dogs, и это вторая серия, мы в прошлой серии просто там перестрадали, ну, Эдмон перестрадал, и тут нам предлагают взломать народ, то есть можно, короче, у них деньги забрать. Да уж, спасибо, сетевой. 140. Всего лишь брешь в системе распознавания. Ой, ё-моё, я не это хотел сделать. Вот это вот мы, кстати, говорили про это. Скажите, проходит, что увидеть потенциальных преступников. А, понятно. Подозрительные данные на мобильнике. Ну, сейчас проверим. Ой, ну да. Чудо. Чувак, что стряслось? Она меня просто убила. Это ей так не пройдет. Не психуй, успокойся. Нихера, еду туда прямо сейчас. У папа. Да, края потерял. Нужно преподать ему урок манер. Отслежу сигнал и найду его. Так, давайте побыстрее это сделаем. Побыстрее добежим туда. Потому что... А то мы можем туда приехать, и там уже будет все поздно. Вот. Но мне пока очень нравится игра, она прям вот то, что я от нее ожидал, вот именно это. Какую машину возьмем? А те эту, что ли? А он просто сядет, он взламывать ее не будет? Про! Так, стоп, погодите-ка. Где прокачка? Я что, не прокачал, что ли? Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не-не-не, ребят, давайте-ка это, вот это вот, этого не будем делать, да? Но я же выключил! Чтобы не было потом всяких банов мне. Просто вот так вот поедем. Я просто, насколько знаю, что все вот это дело, типа, взлом машины, то есть дело надо прокачивать. А вот где? То есть я этот, что ли, не прокачал, или что-то типа того? Так, он где-то здесь. Главное, чтобы не засек. Дальше дело техники. Да, надо найти будет. Явление преступления. Когда CTOS обнаружит преступление, доберитесь до места назначения. Найдите потенциального преступника или жертву с помощью, ну, икса, да? Не дайте себя обнаружить. Дождитесь оповещения CTOS. Возьмите преступника живым или получить... А, живым получить. Короче, если мы его просто поймаем, да, живым его возьмем, то тогда нам дадут больше очков репутации. Но я так и буду делать, я убивать никого не собираюсь в этой игре. Надо побыстрее найти его. Только не спугнуть. О, папа. Он за ней идет. Так, это жертва, да? Он совсем близко. 100 пудов. Это жертва наша. Так, следим. Художник-аниматор у нас, смотрите-ка, да? Нелегально качает книги. Так. Надо поговорить. Нам не о чем говорить. Мы расстались. Все. А вот и нет. Еще не все. Закричу! Стой. Не связывайся со мной! Да, твою мать, беги! Спасибо! Уйди! Это проблемы не будет. Да вы что, цель пытается скрыться? Я думал, что он так просто. Ничего не пытается делать. Стой! Ты что, думаешь, я тебя не поймаю, что ли? Ошибаешься. Остановился. Гражданин. Твою мать-то, а? Чё ж я бегу так, не так, как он? Я бы на самом деле там взломал бы сейчас светофор. Там нет светофора, поэтому...
выкручиваюсь немножко. Так, стоять. Ты не понял, что ли? Да господи, я его догоняю, он все равно бежит. Стояй! Охренел! Наезжает на девушек. Так, теперь быстренько отсюда сваливаем. Как-то так вот. О, ура, навыки. Вот, а можно мне, пожалуйста... Стоп. Мне же сказали, что доступно. Награда. Шкалу прогресса. А где вот, кстати говоря, между прочим... А, тут задание, расследование... Как ниндзя, пахай тут. Да брось, я в том районе всю жизнь прожил. Фараоны туда. Ники, да, знаю, уже начали. Почти закончили. Где ты там? Я скоро буду. Ах, ты в своем репертуаре, Эйден. Джексон тебя заждался. Приезжай. Мы скучаем. Я тоже. Скоро буду. Прости, Ники, другая линия. До скорого. Ладно, хоть живой. В общем, нужна будет тачка, звони мне, устроим. Барыжит, значит? Предпочитаешь закупаться в модном автосалоне? Парень, что надо, достанет любую машину. Так что, если нужно... Я учту. А что там Морис? Да что с ним случится? Цветет и пахнет. Дам по башке разок, и дело в шляпе. Он нужен живым. Хочу. Ладно, ладно, живым, окей. Непривычный расклад, да? Не по мне, да, но... Ты платишь, тебе и музыку заказывать. Будет живым. Чеки не пахнут. Машины по требованию. Доставка машин. Откройте смартфон, выберите приложение «Машины по требованию». Машины разблокируются, когда вы садитесь в них или находите их описание в девайсах жителей. Приобретайте их в приложении «Машины по требованию». Функция недоступна во время выполнения задания. Окей. А можно мне вот дерево навыков? А как выбирать тут всякое? У меня как в банке. Ага, вот так вот, понятно. Навык. У меня вот навык есть, знаете, вот. Противочуты, снаряды. Так, стоп, а как выбрать? Вот. Где машины? Я же ворота и гараж... А-а-а, мосты. А где машину-то? Профайлер, банкоматы, аккумуляторы, помехи, трансформаторы, паровые трубы какие-то, отключение вертолета, дорожные шипы. Так, вождение. Вот, зум автомобиля. Надо было сюда зайти, а то я что-то не заходил туда. Так, хорошо. Тогда давайте найдем еще одну потенциальную жертву какую-нибудь, а? Хорошо. Да. Начинающий орнитолог. Давайте сейчас получим тогда, потому что я хочу эту машину. Чё? Жрать охота. Деньги Белый есть. Фанфрики. Фанфики. Понятно. Еще деньги. Ой-ой-ой. Потерял все сбережения. Род занятий не работает, парень, да? Выписан штраф. Ага, ясно. Тихо. Связан с DeadSec. Вырос в бедности, теперь это мои деньги. А, новый транспорт дали, окей. А, кстати, нам же сказали, что можно... Так, сетевые контракты, машины по требованию. Они бесплатные, что ли? Давайте машину. Давай. Тачка на месте. Веселись. Песня му-му-му. Отлично.
Сори, ребята. Где наркоманка-то? Мои деньги. Да, физика машин, конечно, меня не очень-то удовлетворяет, но более-менее как-то можно, думаю, приучиться. Что? Контракт устранителя? Выезжаем! Мэр Рашман согласился дать нам интервью. Мистер Рашман, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрю, у вас многое изменилось за это время. Итак, гонка была долгой. Не то слово. Да. Господин мэр, ваш прошлый срок не назовешь гладким. Слухи о внебрачной связи, обвинения в злоупотреблении служебным положением. Все это клевета. А по всем обвинениям я был оправдан. Да, вас оправдали, конечно же. Кто-то упорно пытался вас очернить. Кредит доверия к вам постоянно падал. Знаете, общественное мнение – это маятник, Простите, отвлекся. Но он снова качнулся в мою сторону. Это вселяет надежду. Люди умны. Они видят насквозь. Так, это что такое? Контракт устранителей. Что это значит? Начать? Давайте. Ой-ой-ой. Твои деньги, мои деньги. Давайте начнем задание. Чего нет? Все понятно. Нужно разобраться с этими парнями, пока не поздно. Какими? Какими парнями? Там машина какая-то, да? Окей, побежали. Тут уже пробежаться можно. Я не особо понял, что от меня требуется на данный момент, но думаю, что что-то очень сложно. И, наверное, стоило машину взять, да. Давайте, да, машину. Все-таки есть такое, да. Надо взять машину. Долго переться будем просто. Паркурсуй. Да. Зомби в флешмобах. Так, это моя машина, да? Дороги все, моя машина, куда хочу, туда и еду. Так, стоп, сюда, да? Сейчас разберемся. Надеюсь, стрелять не придется, потому что я этого не люблю. А, на машине они едут. Так это вообще ж кайф. Это сейчас первое дорожное это и все. Ладно, просто следовать за ними. Нифига себе! Вознаграждение дали. Офигеть. Открыть? Все. Так, отлично. Навыки мои. Дали? Да ладно. Я не докачался еще. Обидно. Но, видите, это было достаточно легко. Преступление. Я ярый противник преступлений, поэтому... Сейчас-ка я тут всех... Так, вот это что ли? Где преступление? Преступление где? Выписан штраф? Нет. Твою мать, надо найти надо. За подозреваемым. А за каким подозреваемым? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это жертва? Так. Она антихрист! Отстань! Эй, очень не советую меня злить! Угу. Тебя злить? Да нифига себе ты придумал. Тут, короче, просто парни, я смотрю, подходят такие, главное, да? Всё. Жертва не пострадала. Видите, как все круто.
Репутация горожанин. Преступ... Убит. Ура! Мы можем прокачать зомбашин. Вождение. Все, мне просто по-любому надо это сделать, потому что так будет удобнее там машины доставать там. Вот. Поэтому сейчас же... Ну, на этом я не поеду. Где моя? Вот она. Ну, поехали на нашей. Она мне, в принципе, пока нравится. Правда, хорошо было бы ту красненькую найти. Крутую. Вот. Ну, вот. Это тоже сойдет. Ну, что ты делаешь? Короче, мне совершенно не нравится физика машин. Тут это вот какой-то ад какой-то просто. Просто ад. Еще немножко... не знаю, почему, почему-то подбешивает то, что для того, чтобы что-то взломать, надо держать крестик. X, да? А, короче, почему-то нажимаю, вот, поэтому это будет, ну... Опа-па, нифига себе, тут даже это сымитировано! Ребята, это божественная игра. Старший брат здание называется. Ну, давайте начнем. Чего бы нет, у нас еще есть время. Часть первая, старший брат. Мы не виделись с сестрой с похорон. Смогу ли? Помню, как Лена пела Джексу песенку. С днем рождения. Она была такой радостной. Теперь будет только тишина. Ну ладно, прям депрессия такая. Сейчас жесть. Надо быть оптимистичнее. Не, надеюсь, этого не заметят, да? Ну ладно. Никого, да, денег нету тут. Походу нет. Ну, давайте зайдем, чё. Так, стоп, наверное, минуту, да? Вышли во двор. Да. Да, да. Так. А ему, кстати, не жарко? Вот погода такая, ну, солнечная, он в плаще. 10. А разве не 9? 10? Не, 9. 10. 9. 10. Что ж, тогда ты заслуживаешь... 10 щекоток. Что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Подожди тут. Да уж, не прошло и года. Да, поздно. Но прости, Ники. Прости. Подойди. Это его сестра, я что-то думаю, что жена. Посмотрим на тебя. Думаю, что у него жена есть, это вообще. Ты повзрослел. Ну да. Вот, спасибо. Первый день рождения без Лены. Ну и как он? Говорит все еще только со мной. Иоланда сказала, что это у него такой способ защиты. Иоланда? Психолог. Помогает ему. Ничего. Мы ждем. Трудно, но мы справимся. Джекс. Привет. Прости, опоздал. Ну, обнимешь? Ох. Как ты... Вырос. Так, а это что у тебя? О, целитель. Круто. Решилась купить, да? Принеси игрушки, мы пока поговорим. Да, я скоро приду. Это так здорово. Ты вернулся. Прошу, скажи мне, что все изменилось. Не, все хуже стало. Изменилось. Вы с Джексом. Главное в моей жизни.
Я всегда буду заботиться о вас. Как старший брат, да? Нет, ты обещал прийти к этому, да. Последний раз я был здесь на дне рождения Лены. Джексон ее обожал. Да и все мы. Джексон. Дай угадаю. Джексон был мстителем. Злодеем сделали меня, ну, я им устроила. Еле справились. Жаль, опоздал. Я бы объяснил. С Ники шутки плохи. Да, знали бы кто. Помнишь, вы с мамой болели, но папа сказал, ну что же это за день рождения без торта? Он был просто ужасен. Горелый, кривой. Папа в своем репертуаре. И такого он натворил немало, но все ради семьи. Ха, что-то я много болтаю. Конечно, конечно, продолжайте. Джексон. Крыл невидимкой стал. Что? Так-то так, это повнимательней. Слушай, полиция тебя мигом вычислит. Знаю, где живешь. Замки-то надежные. Да кто вы? Что вам надо? Не боишься, Ники? Так. Кто звонил? Да неважно, какой-то дурацкий розыгрыш. Как думаешь, он надежный? А голос знакомый? Эйден, перестань, глупости. Нет, он хочет забраться в дом. Да с чего ты взял вообще? Проверяешь замки. Слушай, я как-нибудь сама, без тебя справимся. Да. Но мне не сложно. Эйден, ты опять за свое. Нам не нужна твоя помощь. Хватит уже лезть в нашу жизнь. Хочешь помочь, а выходит только хуже. Я пойду. Да, и правильно сделаешь. Все равно где-нибудь рядом постоять, подождать этого чувака. Взрослый мужик и ерундой мается. Но ничего, сейчас я отслежу твой звонок. Вот ты где. Вот черт. Он уходит. Машина где моя? О! Угроза семье. Черт. Первый раз прошло, теперь не пройдет. Ты там? Мне пора. Говноед, а? Сломайте телефон. Давай. Ну что, по рукам? Ну а то.
такие бабки за какой-то вшивый звонок. Никки Пирс, да? Сказать про замки? Про ребенка? Ай, жесть, ну да ладно. Вот и молодец. За звонок ему заплатили кучу бабла. Кому это было нужно? Кому-то нужно было. С эксплойтами? ДЦК уже отозвались? Ну, вроде того. Проверяют тебя. Подожди. Ладно, тогда вопрос к тебе. Отследишь звонок? Для тебя все, что угодно. Как? И что это такое? Этот урод угрожал моей семье. Нужен заказчик. Похоже, звонок сделан из района Луп. Это все, что могу сказать. Так, а если я хакну центр CTOS? Тогда я вычислю точку, откуда вам звонили. Все понял. Там должен быть блюмовский центр CTOS. Справимся. Дэдсек как-то пытались его взломать. Не вышло. А потом еще и охрану усилили. Так что это... осторожней. Хоть ты не начинай. Спокойно. Я не с пустыми руками пойду. О, это сейчас было сильно. Блюм нанимает частников для охраны центров CTOS. Эти ребята будут вооружены до зубов. Справлюсь. Меня это не волнует. Давайте почитаем. Что? Если бы он не был таким лживым ублюдком, я терпеть не могу его тупую башку. А почему это так? Неприятно все. Я не могу. Здесь корпорации. Народ взламывать. А, ну да. Так, давайте-ка ускоримся тогда. Что это? Чё? What the fuck вообще? Не, я, конечно, видел такую херь, но... Так, так вот. А, тогда... Вот так. Вот так. Да what the fuck вообще? Как это сделать? Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Чего он припёрся? Господи, ну, боже! Детка. Ну, детка, пусти меня! Это срочно! Чет! Да послушай! Ой, какой, блин, ребенок, ты совсем спятил? Слышь! Ну и что с того? Блин, я просто хочу быть с тобой. Я ж тебя люблю. Пусти меня! Блин, Чет, у меня же есть муж. И дети тоже. Проваливай! Детка, черт, открывай! Йоу, детка! Твою детка. Мать! Йоу, детка! Чет, иди домой! Детка! Детка! Ну, детка! Чё-чё-чё-чё, вторжение... Да, плохо там все. Так, хорошо. Давайте машину найдем сначала. Вот там, на паркинге стоит. Сейчас только перебегу аккуратненько. Так, нам заблокировали доступ к сети ОС. Это плохо, надо бы разблокировать. Ну, неплохо было, по крайней мере. А это на парковке не стоят или это... Они прям... А, нет, на парко... Это нет, то есть, не, наоборот, не на парковке. Не-не-не, я не буду взламывать чужую машину. Ну, у меня есть... машина по требованию. Да, это то, что мне нужно. Маслкар мне можно. Это я тут. Да, карета подана. Нихера, недалеко ли? Ну, ладно. Да-да-да-да-да, надо мне писать обязательно. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, добежали.
Так, знаете что, давайте-ка мы на этом пока закончим, потому что время подходит к концу. Поэтому, если вам понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь. А я с вами прощаюсь, увидимся в следующей серии. Пока.